Дорогие друзья, матч 27-го тура Воронежного Пирса в России. Команда «Амкар» и «Юмурань» встречайте. Прослушайте составы играющих команд. Наш гостевой футбольный клуб «Юмурань». На воротах номер 98 Александр Булаков. Номер 97 Владимир Лапаев. Номер 44 Иван Князев. 71 номер капитан команды Муемудин Мустафаев. Номер 72 Максим Ковальчук. Номер 94 Александр Коклюк. 55 номер Аркадий Галачан. Номер 90 Антон Секрет. 73 номер Евгений Курус. Номер 92 Руслан Слепо. Номер 61 Артем Евакян. Глава
Главный тренер команды Андрей Юдин. Тренер Олег Ивлин. Новый клуб «Ангар». Порой играет номер 35, Андрей Данилов. Номер 20, Артем Молодцов. Номер 73, Брайан Иванов. Номер 50, капитан команды Михаил Смирнов. Номер 37, Кирилл Марганов. Номер 25, Сергей Гаращиков. Номер 70-й Дмитрий Козлов. Номер 40-й Игорь Валерий. Номер 7-й Георгий Кирилл. Номер 48-й Антон Романенко. Номер 46-й Александр Сухорин. Главный тренер команды Русская Кузи. Тренер Константин Паровок. Судью судья первой категории Челябинска Дмитрий Брюшин. Ну, помогают судьи первой категории Егор Лобанов, Константин Засусин, город Бель. Резервный арбитр матча судья первой категории Антон Мальцев, город Бель. Инспектор матча Николай Владиславович Мельников, город Санкт-Петербург. Yeah.
Thank you.
Хорошо, блин, а Жора великолепно просто. Ай, Жора! Один, 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 один
Понос.